гэта вельмі дрэнна. Гарэлка бульбаш, таму што на патрэбу. Без межы міліцэйская пакол збіваюць людзей. Стоять, вот там, ничего не мабуть, сховались там, не своих этих масках, ни подсвечения, ничего не покажут. Я не давал согласия вас снимать, я не даю вам согласия, не снимайте меня. Вам камеру это... Кто вы такой? Кто вы такой? Предъявите документы. Документы предъявите. Не снимайте, я не даю согласия вам. Вы меня снимаете без моего согласия. Какое вы имеете право? Какое вы имеете документы ваши? Может, вы бандиты, рэкетиры, злодеи? Ходят тут? Однозначно бандиты. Бездельники ходят тут? Наплодили дармоедов. Дармоеды. Что вам сказать? Я лечу Лукашенко бандитам, злочинцам и забойцам. Передайте своим начальникам. Я это на весь свет кажу. Видите, там, В красных магазинах. Да. Пусть дармоедам на плоде. Подходите, не бойтесь. Дармоеды ушли. Люди, подходите, дармоеды. Да, дармоеды ушли. Не бойтесь, люди ушли. Наплодили. Вы знаете, мне сказали тут, что у вас где-то 1700 милиционеров на ваш город. Вы представляете, что вы что, поголовно бандиты, что ли? А еще посчитайте всякие там КГБ и так далее. И вы все их содержите. Они приходят вот наглые тут, снимают в лицо. Мы посмотрим, сколько вам надо. Я уверен, что ваш город спокойный, благополучный. 200-300 вам хватит. Из тех отберете сами, чтоб нормально себя вел. Остальник, пожалуйста, на работу.